Это шедевр. Меня зовут Александр, город Харьков. А вы откуда? С Хабаровска. А может, вопрос у вас интересный есть? Ну, вопросов так я не знаю. Да, наверное, пока нету. Ну, по моему общению с блогерами вашими, может, у вас какой-то есть вопрос или замечание, пожелание, может быть? Ну, замечание, да, есть. Но мне такое ощущение, что вы все-таки разжигаете ненависть украинцев к россиянам. К россиянам? Именно так, да. А вы знаете, да, таки да. А зачем? Я очень не люблю оккупантов, агрессоров, международных преступников и тех, кто их покрывает, сочувствует им, соучастников этого преступления. Вот не нравится мне это. Более того, я участвую в создании дистанционно управляемого оружия для того, чтобы не только, как говорится, словом, но и действием уничтожать, воспитывать оккупантов, предателей, коллаборантов, агрессоров, преступников, вот я говорю, террористов. То есть разжигание ненависти для вас это нормально? Конечно, к преступникам, к террористам, к оккупантам вполне. Угу. То есть для вас все россияне, все преступники? Соучастники преступлений. Соучастники. Ну, конечно. Потому что за их деньги... С вашего же, вот вы как россиянин, с ваших же денег осуществляется убийство, оккупация. Помощь, как вы говорите. Помощь нам. Мы очень любим, нам очень нравится эта помощь в виде танков, градов. А что вы говорите? Я немножко по-другому разговариваю, так как вы в другом тоне немножко. Ну, в другом тоне. Так, а что, какая у вас мысль есть? Я высказал свое отношение. Все-таки я вот с многими тут встречаюсь. С украинцами, с молодыми, пожилыми, с западными. Как бы люди относятся хорошо к русским. А к русским я отношусь хорошо. Ну, тоже хочу, чтобы к нам относились нормально. Не, ну вы же, ну я же не спрашивал вашу национальность. Россиянин, вы сказали. Ну, житель России, да. Ну, гражданин России. Гражданин, да? Гражданин, да. Гражданин вот этой диктатуры вашей, которая от имени вас, ваше государство, развязывает войны, убивает, совершает международные преступления. Я вот никак не могу понять, зачем вы меня, отдельного жителя, причисляете к этим преступлениям? Вы не гражданин Российской Федерации. Почему? Гражданин. Вы какой-то особенный гражданин или обычный? Вот вы гражданин, да, обычный. Нормальный. Ну так я же говорю, от вашего имени, за ваши деньги, с вашего согласия, ваше государство совершает эти преступления. Убивает, ведет войны. С чего вы взяли, что это было мое согласие? С вашего молчаливого согласия. Что вы сделали для того, чтобы ваше государство, так называемое, ну диктатура это ваша, авторитаристская, что вы сделали, чтобы ваше государство не совершало преступлений? Ну, народ все-таки выходил на митинги. Вы выходили на митинг. Какой митинг вы выходили? Против чего вы выходили на митинг? Я за Фургала все-таки. За Фургала, а при чем тут... ведение войны вашим государством, убийства, международные преступления? Я же имею в виду прежде всего против нашей страны, убийство наших граждан. Ваша помощь братская танками, орудиями, градами, переодетыми их там нетами. Я что-то не видел. Я видел митинги за Фургала, я что-то не видел там каких-то действий или призывов прекратить войну с Украиной. Причем тут? Ну, вы за Фургала выходили. Вы выходили за Фургала. Причем тут
международный Фургал был против войны с Украиной? Он где-то это публично озвучивал? Вы очень много говорите, не даете мне слова сказать. Ну, я уже, так сказать, вам выдал. Да, слушаю вас, даю вам слово. Вот смотрите, Фургал, он был против Единой России. Он у нас убрал всех единороссов. Это во-первых. То есть Фургал был против Путина. Против путинской власти. Как минимум так. Он хоть раз высказался против войны с Украиной? Ну, где Украина, где Дальний Восток, Хабаровск, где, понимаете, нет? Я понял. То есть за ваши деньги, с вашего согласия, ваши граждане, ваш чиновник Фургал, с его молчаливого согласия, за его деньги. Ну, нормально, да. Вот поэтому мы же и относимся к вам таким образом. Хорошо интерпретируйте. Я просто констатирую факт. Что да, где на митинге Фургала поддержка Украины? Где на митинге Фургала протесты против войны с Украиной? Или с Дальнего Востока не ехали, разве их там нет и на нашу землю? Не пересекали незаконно границу? Я же сказал, где Хабаровск, где Украина. Я же говорю, вот с Хабаровска в том числе набирались боевики для войны против Украины. Вы это, как говорится, и где Хабаровск, и где Украина? Вы хотите сказать, что такого не было? Ну, все возможно. Понятно. Ну вот, вот это, так сказать, к чему мы, собственно, и пришли. Да, сложно с вами разговаривать. Да-да. Ладно, ведите все в блог. Удачи вам. Вы, наверное, хотите, чтобы мы не сопротивлялись вашей агрессии. А, уже все. Друзі, саме ви, вашою підтримкою, матеріальною підтримкою, підтримкою інформаційною, можете взяти участь в тому, щоб чинити опір оцій агресії, щоб чинити опір оцій війні, їх там не там, і оцьому мишебратству. Дякую вам, друзі. Робимо дуже важливі речі. Я з вашою допомогою роблю дуже важливі речі. Дякую вам, друзі, за допомогу.